Челябинска не настолько суровая, что даже не хлопают. 597, Казань, Челябинск. Салам алейкум. Прибыли. Короче, я так понял, это новый аэропорт, потому что два года назад, по-моему, да, два года назад я здесь был, вот мы сюда заходили. Да. А теперь здесь новый терминал, такой крутой. Такой тут манеж кайфовый, с высотой, точнее для шеста, яма, качалочка, там уже поле. Короче, завтра выступаем, первенство России до 23. Что, пора показать, в каком номере я жил. Достаточно хороший номер, мне понравилось, вот тут две кровати. Просторный, есть телек, холодильник. Так, и самое интересное, что здесь есть даже ванна. Ну, короче, вот как-то так. Ладно, переносимся на стадион и расскажу результаты соревнований. Чемпионом в метании диска у юниоров. Смотрим. Итак, дорогие друзья, разыгран первый комплект наград третьего соревновательного дня чемпионата первенства России по легкой атлетике. Рядом с нами Сергей Демидов, победитель метания диска в юниорской группе. Сергей, твой результат 49 метров 10 сантиметров, да, если не ошибаюсь. Доволен ли результатом и что получилось, что не получилось? Короче, я вообще недоволен. Потому что я метаю дальше намного. Здесь что-то какой-то мандраж поймал и все, и не мог собраться. Так. Ну какой у тебя был настрой и какой план вообще был на финал? 52 минимум я должен был метнуть. Ну, вот сезон такой получился довольно скомканный. Мы у ребят, у победителей спрашиваем, завершен ли он или все-таки будешь еще соревноваться, еще есть впереди старты. Не знаю.
Скорее всего, не поедем, наверное, на команду. Я не знаю, может, мы поедем, не знаю. Ну, а на тебя как-то вот этот процесс подготовки повлиял? Удалось ли, несмотря на пандемию, хорошо подготовиться или все-таки сложности были какие-то? Ну, в деревне тренировался 2 месяца, а так потом с июля, по-моему, начали тренироваться, или с июня на стадионе уже. Мы тебя поздравляем. Спасибо. Тем не менее, заслуженная победа. У нас было у чемпиона метания диска у юниоров. Повторим, что Сергей Демидов был на наших экранах. 49-10. Рассчитывал он показать результат намного дальше, но не пошло сегодня. Что ж, такая вроде бы победа, но с грустью в глазах.